Всем привет, с вами Мистер Чейзер, смотрите мой Just Play канал. Я продолжаю проходить игрушку под названием Лего Marvel Super Heroes. Итак, пришли мы в центральный парк. Нам здесь что-то надо найти. Опа, Человек-паук, нифига себе, ты тут обнаружил установочку. Ну ты даешь. В общем, нам надо забрать какую-то подводную лодку или что-то типа того. Stark Industries или как-то так. Что нам здесь надо сделать? Что-то взломать. Ну отлично, и что здесь нам надо делать? Желтая, синяя, наверное, сюда синяя. Сюда красная. Наверное, так. Да, я был прав. Головоломки здесь очень легкие, как вы видите. Так, что ж нам тут откроется? Из-под воды что-то выйдет. Ну не совсем. Но прикольно. Ни хрена себе, целая ракета. Похоже на самолет. Я думал, это ракета. Ну ладно. Так уж и быть. Yep. Now I remember. Вспомнил, ты забыл за то, что у тебя такая хренотень тут есть. Ты совсем сдурел. Думаю, надо немножко сделать потише. Громкость звука, а то мне кажется, что это немного громко. Вот эта вот вся фиговина собиралась немного громко. И... Не понял. И что дальше? Куда дальше? Ну? Я что-то был. А вот теперь работает кнопочка. Что за фигня? Ладно, неважно. Смотрим брифинг. That's Magneto's space station. Asteroid M. We don't know much about it, but it is sure to be swarming with bad guys and booby traps. Any S.H.I.E.L.D. agent attempting to gain entry should proceed with extreme caution. Hey guys, hope you don't mind. No hot water at the apartment. This location is indeed perfect. You do know he's the god of mischief. His involvement is vital to my rule of this earth. You can be in charge of metal recycling. Huh? Oh, intruders! I will deal with them. Dr. Doom, our victory is nigh. Really? How did Doom get preferred parking? Let's tell him. Человек-паук просто красавчик вместе с Железным Человеком. Да, давайте, вот я танцую уже. Парни. Я тоже умею стрелять. Также я умею летать. Ха-ха-ха! Ну что, как вам? Мое умение стрелять. Вам нравится? Как
как-то враги очень легко умирают, ну ладно. Ой, извини, Тор, я не хотел. Ты ж понимаешь. Так, что здесь нам надо делать? Тупо всех победить? Ой, Тор, извини, я же говорю, я не хотел. Все как-то само собой получается. Все равно непонятно, что здесь надо делать. Пока что убивать? Ну ладно. Мы это умеем. Или может что-то поискать? А вот у Человека-паука здесь есть задание. Привет! Прикольно. Так, то теперь надо собрать что-то или надо сначала это разбить, а потом собрать, как обычно. Или нет? Или тут просто надо все поразбивать? А, тут для Тора что-то есть. Заряжай! Так, ну, ребят, извините, я ж не хотел, да? Так, Тор, давай. Поднапрягись своим молотком. Какие-то детальки, класс. И чё, для чего они нам надо? Непонятно. Так, ну по идее что-то надо по центру собрать, да? Я правильно понимаю? А вот что-то еще. Противники, слава богу, закончились, ибо они немного бесят. Что теперь? А еще один. Так, собирай, жизненный человек. Что это? А, обычный переключатель, рычажок. Из таких вот больших кусков мы собрали обычный рычажок? Ну ладно. Почему бы и нет? И чё? Зачем вы это сделали? Ну ладно. Допустим. Зато дверцу открыли. Your god powers aren't helping, Lightning Rod. Так, здесь нам нужен магнетизм, да? Так, а здесь у нас больше ничего такого, в принципе, интересного и нет. Эй! Эй, что за фигня? Кто это там балуется? Получай. Вообще охамели. Чё за с какого расстояния меня бьют? Так, вот такие штуки нам надо разбивать, как я вижу. Где-то их там три штуки еще. Кто-то там нужен. Телепатик? Да. Потом с телепатиками будем разбираться. Так, вторая такая штуковина. И вон там третья, кстати. Хорошо. Хоть одну такую штуку бесполезную взяли. Правда, не понимаю, для чего они нам нужны. Может, для каких-то бонусов, либо открытия скрытых персонажей, я не знаю. Это лично мои предположения пока что. You, Magneto, we'll yes. Head, так, ребята, вы не на того нарвались. И что это? Станция подслушивания? Что? Так, а где у нас сохранение? Ага. Сохранение пригодится, ибо мало ли что. Тут у нас ничего, обычно в таких местах прячут хорошие детальки. Так, ну мы можем летать, так что мне как-то все равно. Насчет того, что вы тут мост уничтожили. Так, ну вот это вот более-менее проблема уже. Знаешь ли. Так, тебе надо вот эту золотую хрень уничтожать.
Давай. Расплавься. Какая-то опора. Типа мы там пройти можем или что, я не понимаю. Так, тут опять магнетизм нужен. Там у нас Дэдпул сидит опять. Так, господи, когда дадут за Дэдпула поиграть? Нет, туда нам не пробраться. Видимо, это просто так сделано. Ладно. Тут нам нужно чутье. Тут нам нужен Тор. Так медленно, чтобы он замахнулся и уничтожил это стекло. Тут опять Человек-паук. В принципе, весь геймплей на этом и базируется. Чтобы переключаться между персонажами. Ага, понятно. Какую-то установку соберем. Дайте мне управление уже, запарили. Так, Человек-паук нет. Тут что-то есть. Туда можешь пройти? Нет, наверное, нельзя. Наверное, только из-за вот этой вот магнитной хрени. Какая-то установка опять. Для Тора, что ли? Ну да. Монетки. Тор. Тор. Да Тор, наводись. Вот. Что такое кривой или косой, я не понимаю. Что ты можешь сразу навестись, куда тебе надо? Ты что, магнитная хрень какая-то? Ну ладно, пошлите дальше. Так, а там Человек-паук нужен. Где ты у нас? Иди сюда. Так, тут можно ползать, да? Ну ладно, хорошо. Мы тут, в принципе, так могли бы залезть, наверное. А так у нас все умеет летать. И Тор, и Человек-паук, и кто хочешь. И что я сделал? А тут с двух сторон надо это все сделать. Хорошо, я понял. Так, тут для мистера Фантастика у нас есть местечко. А тут что у нас? Закрыть проход? Чтобы они не вылазили? Не знаю, зачем это было сделано, но пусть будет. Так, а тут мы можем взорвать эту хрень? Нет? Ну ладно. Так, а это что у нас такое? Ну, тоже можно взорвать. Почему бы и нет? Если это можно взорвать, то почему бы и нет? А, то что-то собрать можно, давай. А, тут эта установка, которая нам нужна, как бы. Так, висит тут. Даже такие лестнички выдвигаются специально для нас. Кстати, а там парня, вижу, может заставить что-то делать, да? А в чем дело? Не хочет открываться дверца? Ну тут две штуки сделали, я не знаю, для чего, правда. Ну там можно заставить чувака что-то сделать. А, взять он ту штуку, бесполезную хрень. Не знаю, для чего они нужны, но во всех сериях Лего они присутствуют, вот эти вот детальки. Вот эти вот, которые над чувачком с вопросиком, видите, слева. А эти детальки всегда присутствуют в сериях Лего. Ну я не знаю, для чего они нужны. Никогда не собирал их все. Один дубот ведет кучу мутантов. Прикольно. Парни. Я Тор! Пока вам всем. Ха-ха! Добил классно. Мне понравилось. Так, Человек-паук, ты тут нужен.
Давай, иди. Так, а тут нужен, наверное, Старк, потому что он у нас умный, типа. Типа он может все вот это делать, да? Перемещаем Магнита сюда. Иди сюда, парень. Сейчас такой выходит, типа, все, я от вас оторвался. Вот, нет. Или я не понял, что мы сделали. Вроде на камере мы... Не на камере, в смысле, а там мы перемещали Магнита. Ну ладно. You come to my lovely asteroid, M, but I don't get a housewarming gift. I say the name. Good luck magnetizing Thor's godhammer. Oh, and I've demagnetized my armor just for this occasion. Yeah, I took a bath. That's all I did. None of my mutant kin here to betray their race. Oh, what a delightful change of pace. You leave me no choice. This will be your end. А, нет, это не будет наш конец. Где сохранение? Где сохранение? Где сохранение? Подожди, подожди. Сохранение. Так, сохранение. Все, подожди. Продолжать мы с тобой бороться, Магнит, будем в следующей серии. А пока что на этом все. И переключайтесь на следующую.